Итак, мужики, добью, наверное, сегодняшний день очередным видосом. В прошлом видосе, знаете, да, закончился газ. В общем, в самый неподходящий момент, только вроде нацелился, ну, капец. Все как всегда. Ну, там есть остаточное. Мне хватит, по крайней мере, сейчас поприхватывать гаечки крепления крыльев, пола, сиденья. Сейчас покажу там снизу. Классная вещь вот этот кран, который я сделал. Вот его вывесил, ну схватился не за край, а за стойку, так чтобы разгрузить заднюю полураму. Пока он сейчас разобран, очень удобно. Вот. И все это доступно. Вот, блин, капец, выше меня. Гаечки сейчас поприхватываю, сниму рулевую рейку, чтобы добраться до тех гаек. Здесь прекрасно видно гайки крепления сиденья, вот пола. В общем, все замечательно. Даже вот ничего разбирать не придется. Также вот крепление здесь, гаечки. Сейчас вот они. С этой стороны точку поставлю и с той стороны тоже поставлю на этот болт точечку. Так, чтобы меньше ключей использовать при, ну, при монтаже, демонтаже, сборке, разборке. Так надо было два ключа использовать, а так уже один. Вот. Вот, допустим, на эти два болта, да, два раза надо использовать ключ, а так бы уже четыре раза надо было использовать ключ. Вот такие дела, мужики. Здесь я их поприхватывал, было удобно. Все, только ключом крути. Ну, в моем случае, мужики, это гайковерт, надо еще один заказать. Не дай бог, ляжет, конечно, не дай бог. То я просто капец, без него как без рук буду. Вот, как-то так. Ну все, давайте сейчас прихвачу быстренько это дело. Да. За стойку сказал, а зачем так вывесил, не сказал. Вот смотрите, рукой просто берусь, чуть-чуть приподнимаю, и у меня тракторок движется в любом направлении. Вот могу повернуть его наоборот, вот к свету. Свет у меня вот сбоку как раз светит. Так, чтобы было видно, да, туда. Ну, у меня плюс еще есть магнитный фонарь. Вот сейчас я опять много разговариваю, да, а работы тут ровно на 15 минут. Вот магнитный фонарь, с этой стороны магнит. Купил какой-то дешевый, дешманский. Вот надо там присветить что-то, да? Так примагнитил и работай сваркой. Либо здесь где-нибудь, да, вот так вот. Нашел место. Да елки-палки. Стукнул, батарейка выскочила. Вот так вот. Опа, вот примагнитил. И все освещается прекрасно. Видно со всех сторон. Так что отличная штука. Этот фонарик, даже маячок есть. Чтоб не потеряться. Ладно, хорель-ля-ля. А то темнеет. Сейчас начнет в домах свет моргать. А я здесь. Это, в принципе, точечно там. Это недолго. Вот как-то так. Все, сейчас сделаем. Ну вот и все, мужики, все готово, фонарик светит. Гаечки прихватил точечно везде, вот гаечки с полов. Пол тоже снимал для того, чтобы приварить гайки крепления коробки. Здесь, там, соответственно, здесь тоже приварено снизу, чтобы не испытывать никаких неудобств в дальнейшем. Вот, как-то так. Эти тоже все прихвачены, только дринг-дринг гайковертом. И, как говорится, до свидос. Вот они, крепления. Здесь, здесь. Ну, здесь еще не прихватывал, они под ремнем, они снаружи. Тут никаких проблем с этим не возникнет. Возможно, их даже пущу внутрь, в крыло, гайки сами. А туда пущу, и либо я, если болт будет сильно торчать, я его обрежу.
так, чтобы здесь резьба там будет в сухом, а здесь будет постоянно то вода, то грязь. Скорее всего, резьба пускай уходит туда. Ну, для удобства, мужики, для удобства. Другой бы, может быть, сделал бы резьбой во сюда, она потом бы заржавела, закисла запросто, да, потом человек бы взял болгарочку, в лучшем случае бы отрезал с этой стороны, в худшем случае это пришлось бы задирать трактор, снимать колесо, залазить туда, отпиливать, выбивать. Я делаю так, чтобы было максимально все удобно и комфортно. В дальнейшем, когда-нибудь, когда вот здесь будет куча всего, просто вот в этом пространстве просто куча всего будет. И чтобы вот туда добраться, это будет нереально просто. Только вот поэтому, мужики, как-то так. А видосик этот запилил так, спонтанно. Потому что в комментариях постоянно одни и те же вопросы, мужики. А как сделать это? А какое расстояние вот здесь? А как вот так? Нет, чтобы зайти на канал, я не называю там супер-пупер какими-то названиями, мужики, видосы. Я все называю своими именами. Если это видос про сцепление, оно так и называется. Про мосты, там, про раму, про что угодно, там, без разницы. Очень легко и просто прогуляться и найти нужную информацию. Нет же все равно. А как, а какое, а где, а как? Блин, у меня слов нет. Ну, отвечаю всем, но это немножко уже тоже как бы надоедает слегка. Но все равно спасибо за комментарий. Как-то так, ладно. Ставлю его на колеса. И сегодня, на сегодня все. Поеду завтра за газом. Баллон вот сейчас. Они не закрученный. А давление вот. Уже четверка. Ай, хотя чуть-чуть тут его подтянул, чтобы оно сдвинулось. Вот такая вот штука. Ладно. Увидимся. Буквально, может, даже завтра, если не заблокируют ютубчик. Ну, на Дзене они дублируются видосы. Все будет там. Завтра мы вот тут ему интерфейс сделаем. Я уже придумал как. Все, всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся. Все готово. Никаких вроде запчастей не осталось. Сейчас на место его ставим и опускаем, мужики. Ну вот и все. Пускай стоит. До завтра. Все. Теперь точно всем пока.